Минута? Ага, хорошо. Чё играю? Сейчас. Секс-убит. Ну что, весьма успешный хит от Александра Стэн, мистер Секс-убит на Европе Плюс. Ну а сейчас, друзья, сейчас нам не сидится на одном месте. Рванем-ка мы в Москву. У нас на проводе там целая толпа людей. Не секта, бригады У бродят сейчас по Москве. Где-то в коридорах МГУ, говорят, затерялись. Лена Сизых, Юля Махатаева, Марина Буракова. Это чисто вход такой. Вся эта дружная братья у нас сейчас будет на связи. И не знаю, кто у телефона. Привет. Привет, Женечка. Лена, у телефона. Да. Привет. Что? Отвоевала телефон. Юля с Мариной в нокауте. Отвоевала телефон, да. Марина Буракова поговорит, приедет у микрофона. Юля Махатаева еще позвонит из Москвы. А я решила вот от всей десекты, я предыстория небольшая, не секта, это фан-клуб «Бригаду», так что здесь собрались люди уникальные, которые все обожают «Бригаду», приехали сюда из других городов, чтобы встретиться, познакомиться и пообщаться. Поэтому мы все молодцы, мы себе сейчас все крикнем «Ура! Не секта рулит! Ура!» Ура! И мы все вот решили позвонить в эфир «Европа плюс Липецк», передать привет тебе, передать привет всем, кто нас слышит. Может быть, на следующей встрече к нам кто-нибудь еще и присоединится. Вот. Ну и настроением заразить, естественно. Молодец! Молодец! Ну что, друзья, вас с Первомаем. Как погодка в Москве? Знаешь, прохладно, с учетом того, что Липецкая не секта сюда приехала в 4 часа утра, было вообще как-то прям свежо. Иногда выходит солнышко, но для нас погода не помеха. Мы сейчас вот идем навстречу к Илье Колесникову, который вместе с нами, скажу по секрету, Москва же не слышит, только Липецк. Эксклюзивная информация. Мы будем записывать видео поздравления для Тани Шилиной, у нее день рождения 3 мая. Вот. Ну что, девчонки, друзья наши, можно сказать, хорошего вам дня, тепло внутреннего, ну и приятно, что помните, так что в вечернем презенте с 7 до 8, напомню, можете звонить, буду ждать, хорошо? Ну, обязательно позвоним, расскажем, чем все закончилось. Жду с отчетом, удачи, да, целую, чмоки-чмоки, смайлик, пока-пока. Все, да, пока-пока, Женечка. Вот, так отдыхает наш европейцы. Если вам завидно, да и хочется присоединиться, на самом деле все это легко и просто. Группа ВКонтакте расскажет о всех мероприятиях, наш сайт тоже присоединится, www.lipets.europaplus.ru. Ну что, далее у нас короткая реклама, а затем Black Eyed Peas и One Team тоже появится, поэтому будьте с нами.